В нашей дорогой, любимой России утеряна вот та культура гастрономическая. Что есть высокая кухня? Это продукт. Просто задача повара – этот продукт превознести, ни в коем случае не испортить. У нас замечательные руки, но мы совсем мало находимся на этом олимпийском стадионе. Золотой Бокюз – это Олимпиада. Это адреналин в сердце, которое у тебя горят глаза, у тебя ты ночами спать не можешь. 3 килограмма можешь потерять за ночь. Я считаю, что все именитые повара Москвы и России должны принимать в этом участие. Зачем мне это надо, я не знаю. Для страны это чуть позор. Он не русский, и он будет выступать для россиян. И он будет потратить свои деньги для россиян. Выиграем, все будут рукоплескать. Продуем, забудут окончательно.